Здравствуйте, люди! Мы пара номер 8. Анастасия Дубова и... Георгий Кузубов. Камар Джабат. Перед нашей жеребьевкой я выходила из дома и своей подруге говорила, чтоб только не Кузубов. Почему ты думала, что только не Кузубов? Да потому что ты ржешь постоянно. Откуда ты меня знала, что ли? Мне девочки сказали. Вот так вот, вот так вот в жизни все и происходит. Оседлала коня, в общем, грузинского коня оседлала баба. Да блин, подожди теперь. Я жизни добавляю в наш проект, что ты сбиваешься? Я забываю, кого, как меня зовут. Юра, ты же Юра. Все сомнения развеялись на первой репетиции. Именно с той минуты, когда Гия пришел на репетицию за 20 минут. И я поняла, что это достаточно ответственный человек. Гия был бы, наверное, прекрасным исполнителем хореографии, если все же занимался этим с детства. Да. Да. НР Гия, понимаешь? Поэтому я Гия, а тебе досталась погремуха НР. Мы настоящие. Мы живая пара, да? Я вообще теперь, честно, когда мы пишем это интервью, я вообще не понимаю, как я с тобой справилась. Радостно то, что хореография в нашем номере очень сложная, потому что, когда первые репетиции, первые моменты не получалось, можно было слышать от Насти «молодец», и вот от этого «молодец» просто хотелось работать. Да? Да. Борода. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы стопы тянуло. Я не дотягиваю стопы. Она терпит, она держится, но на самом деле, я надеюсь, я справлюсь, соберусь. О, все, идет. А таз, шуба упала. Все, друзья, до встречи. С Богом.